нас в Казани всегда игры очень сложно идут. Не стало исключением и эта игра. Наверное, ничья закономерна, потому что все-таки первый тайм, особенно первые 15 минут, Рубин имел преимущество, имел моменты. Но мы выдержали это давление. И, казалось, после удаления все было в наших руках. Но совершили грубейшую ошибку. Получил пенальти. Потом пришлось очень много работать. И слава богу, что Кирквиле забил решающий гол. Мы пошли ва-банк, его перевели в центральную ось, потому что у нас там не было ни одного игрока высокого, на которого можно было сделать, по крайней мере, подачу. А в обороне Рубин играет блестяще. Ну, всегда очко лучше, чем ничего. Поэтому я доволен волевыми проявлениями игроков, что они до последнего и на 90 минуте, они молодцы все-таки. Очко вырвали. Ну, сложно оценить их, потому что, во-первых, немного времени они. Хотелось более качественно, чтобы все-таки Рубин был уставший, особенно последние 30 минут, чтобы они что-то создали, но этого все-таки не получилось. Установка какая, очень простая. Нужно было где-то после прострелов подставить ногу и забить гол. Вот, наверное, основная установка. Гол нужен был на передней линии, давление оказать. Но у Рубина очень качественные защитники, поэтому им пришлось сложно. Ну, Жонатас, я не буду комментировать, но он явно отмахнулся.